Друзья, подписчики, всем огромный привет. В общем, сегодня совсем небольшой влог. Хочу вам рассказать всякие последние события, которые происходили тут в моей жизни. И сегодня я на работе. Сейчас просто получилось так, что я дома забыл еду. Я обычно с собой из дома привожу, чтобы, ну и во-первых, чтобы экономить деньги, и во-вторых, чтобы не питаться всяким фастфудом, потому что здесь в основном можно или куда-то поехать, там Макдональдс, Бургер Кинг и прочие, в общем, их здесь великое множество всяких забегаловок, или покупать в фудтраках, но там еще дороже и вреднее еда, то есть фудтраки это такие, как автобусы с едой, они здесь каждый день приезжают. Два штуки обычно. Один там, в том конце парка стоит, один в этом. Они всегда разные там. В принципе, продают то же самое, что в фастфудах, но дороже. И я всю еду сегодня с утра как сложил уже, чтобы с собой взять. И просто опаздывал на митинг. У меня на работе митинг был. И я как немного торопился, поэтому, короче, я про него забыл. Я вышел раньше, то есть у меня как бы время было в запасе, но я хотел для вас записать там по другой тематике влог. И в итоге, в общем, я его так и не записал, потому что записывать хотел вот этой камерой, Canon. У нее, короче, я не знаю, полностью заряженная батарея, она села где-то минут за 15. Хотя до этого я записывал, батарея держала нормально. То есть не знаю, в чем дело, разница была только во внешнем микрофоне, я к ней подключал. Не знаю, еще потестирую ее. Вот. Если, в общем, может быть с ней какие-то проблемы. И, ну, то есть посмотрю по спецификациям, сколько должна держать батарея. И еще раз ее проверю, сколько она держит. Вот. Потому что гарантия, в принципе, год есть. Если что-то не в порядке, надо быстрее начинать эти разбирательства. Потому что на батарее, по-моему, у них 2 месяца только гарантия, на год это как бы на саму камеру. В общем, ближе к делу, что я вам хотел рассказать. Недавно подписчики меня спрашивали на каком-то видео, по-моему, аренда в Сиэтле, я уже 100% точно не помню, насчет такой работы, как удаление вмятин на машинах, то есть знаю ли я что-то про это, и ну просто человек писал, который хочет сюда ехать, я не знаю. Подробности он мне не рассказывал, по какой программе. И он говорит, что его специальность удаление этих вмятин. Знаю ли я что-то про это, можно ли тут с такой специальностью прожить. В общем, я как бы не буду говорить, знаю я или нет, потому что я, честно говоря, никогда не сталкивался с удалением вмятин. Я знаю, что как бы по автомобилям вообще здесь очень много людей работают в этой тематике, и особенно кто эмигрирует. Потому что очень много здесь машин. У людей, ну как, у семей обычно не меньше 2 машин, бывает и больше. Я знаю много моих знакомых, у кого 3 машины. У меня, например, 2, хотя я один. И у большинства, если есть муж и жена и дети, то у большинства минимум 2 машины. С одной как бы вообще не проживешь. Вот, у большинства людей по 2 машины. И даже, в принципе, у кого нету семьи, обычно имеют 2 машины. Как одну имеют, чтобы ездить везде, на работу, в магазин. То есть как для коммюта, коммюта она называется, как бы для ежедневных поездок. И обычно люди имеют еще какую-то дополнительную машину. Или трак, вот, чтобы там ездить куда-то, там, я не знаю, стройматериалы покупать, особенно кто в доме живет, или бывают, имеют там какую-то другую машину именно для дальних путешествий. К примеру, вот у меня эта машина, она всем хороша, то есть я как бы доволен на 100%. Ну, например, если ездить далеко, я бы хотел что-то покрупнее. Вот. Типа SUV или, может быть, минивэна. Ну, если ехать, вот, к примеру, в дальнюю поездку, там, на неделю, на 2, хотя бы на несколько дней. В тот же поход, как бы, можно с этой перебиться, но не супер как бы комфортабельно, хотя и особых проблем нету.
Я просто говорю для примера. И в общем, то есть машин много. Смысл в этом, то есть много работ, связанных с автомобильной техникой. Естественно, чтобы работать в автосервисах, там вам нужно дофига обучения тоже проходить. Но это везде здесь, в любой отрасли. Вот, то есть надо сертифицироваться на эти там всякие марки. Ну, кузовные работы, там-то в принципе ничего сложного нету. Просто смысл в том, что именно на обычных сервисах, там на бодишопах, насколько я знаю, не заморачиваются вот с этим рихтовка, там грунтовка. То есть никто этого обычно не делает, особенно если ты оплачиваешь страховкой. К примеру, вот у меня был случай, когда я только купил машину, но это было 5 лет назад. Вот, и я въехал в Civic гибрид на парковке. У меня машина была та Integra 90-го года, но она у меня и сейчас есть. Она вроде как на ходу, но я на ней не ездю, потому что ездю на этой и не хочу платить страховку за две машины. Там дороже получается намного. У той машины бампер еще, в общем, старой конструкции 90-го года. То есть он там просто вообще как у броневика сделан. И я не знаю, там, наверное, можно такую машину какая-то насквозь протаранить, и на ней только царапины останутся. И так и получилось. Я в Civic въехал, у меня только краска поцарапалась, даже бамперу ничего не было. А у Civic-то бамперы пластиковые, у нового, и там, в общем, была просто вмятина. Этот пластиковый бампер туда вовнутрь вмялся. Там его, в принципе, мне кажется, можно было бы даже просто вытянуть. Вот, но у меня была страховка, которая без deductible была, то есть без моей зависимости. И получается, что я ничего не должен был платить, все, весь ремонт оплачивает страховка. Поэтому мне-то все равно, что они делают, правильно? В любом случае, то есть даже если у тебя есть deductible, ремонт, он всегда получается дороже. К примеру, у тебя deductible $500, ты платишь, а если ремонт там хоть 5000, все это страховка оплачивает. Так и получилось, что я той девушке, которая в машину въехал, я ей так и говорю, что там, типа, извини, въехал, ну и въехал, что тут такого. В общем, дал ей просто страховку, ну, то есть полицию не вызывали, естественно, здесь полицию такие инциденты, как ты там на парковке въехал кому-то в бампер, не интересуют. И это даже в правилах дорожного движения написано, что если сумма ущерба маленькая, и вы можете сами разобраться между владельцами. Обменялись там страховками, сделали фотографии. То есть фотографии, они здесь как доказательства, то есть видно, кто где там. Ну, то есть, если там никаких споров нету, и сумма маленькая, то полицию, так и написано, вызывать не надо. Ее это не интересует. Ее интересует, когда там связано с преступлениями, ты нарушил правила и вся фигня. А если ты просто там на парковке случайно въехал, то это не преступление, вот, оно даже, по идее, в хистории не идет в вашу, в хистории вождения, но оно идет в хистории страховки. И вот тут как бы и были проблемы, я-то про это не знал, ну, я ей страховку дал, ей машину починили, то есть у меня в моем аккаунте на страховке появилось, что там выполнен ремонт, страховка оплатила $1400 за вот эту вмятину в бампере. А получилось как? Там ты можешь даже зайти и посмотреть, что они там делали. Ну, приблизительно. И там написано замена там бампера, покраска. Короче, вот такая вот хрень. Получается, они не ремонтируют бампер. Они его просто меняют. Они берут новый бампер, грунтуют его. Или он уже грунтованный, я не знаю. В общем, они его красят. И там покраска где-то одной детали стоит $500. Плюс сам бампер 1000 стоит. Вот так и получилось примерно. 1500. И, то есть, понятное дело, если у человека там есть большой дедактабл, и он сам въехал. К примеру, я въехал, себе бампер помял. Мне нету смысла заявлять как бы в страховку, потому что следующая проблема получилась в чем? Что они этот инцидент добавили мне в хистори, и, конечно, они все оплатили, я денег вообще потратил ноль. Но у меня закончилось полгода контракт. Ты обычно на контракт заключаешь на полгода и платишь сразу или помесячно, неважно, но у тебя полгода идет эта стабильная цена. А потом, когда надо страховку обновлять, платить за следующие полгода, у тебя новый контракт. И там новая цена уже. И они мне на 20 месяцев
подняли страховку. Типа я уже стал ненадежным водителем, они на меня деньги потратили. Короче, вот такая фигня. Ну, вроде бы как копейки, да, ты там 120 за полгода переплатишь, но все равно как-то неприятно, что за фигня. Я плачу страховку там огромные деньги, то есть тогда я 1000 платил за полгода, а сейчас я 500 плачу. То есть у тебя со временем она уменьшается, когда у тебя опыт вождения увеличивается. Ну и так вот и получилось, что мне не хотелось эти 120 платить. Я как бы решил страховую компанию поменять, я просто отказался. Нет, я не буду с вами контракт продлевать и заключил контракт с другой компанией. Но секрет в том, что они делают это хитро. И у них вот эта вот база данных страховок, она общая на все страховые компании, как бы они все туда скидывают и все ей пользуются, примерно так же, как у риэлторов сделано. И получается, что все страховые компании видят, что у меня была вот эта авария, и они все равно как бы тоже давали мне примерно такие же эстимейты, чуть больше, там чуть меньше. В общем, я все равно в итоге от них ушел, заключил с другой компанией, она чуть дешевле была на тех же условиях. Вот. И смысл-то в том, получается, что 3 года потом у вас это в хистори будет, в страховой хистори, что вы въехали куда-то. Сейчас у меня уже нету, оно через 3 года очистилось. И получается как, когда я эту машину купил, вот, она чуть другая, тем более я ее тогда только купил, короче, с утра был невыспатый. И кто еще видел мои видео, у меня крыло там было помято. Оно помято было чуть-чуть, и потом уже начало ржаветь. И я в гараже на работе случайно задом, когда сдавал, не увидел. Такие маленькие столбики там стоят, я не знаю даже нахрена они там стоят. Он низкий, ниже машины, ты его нихрена не видишь. И мне его не видно было ни в зеркала, короче, ни так. Короче, я вообще не знал, что он там. Я когда парковался, внимания не обратил, я начал назад сдавать, и крылом этот столбик зацепил. Вот. И, блин, там вмятина как-то небольшая, но у меня была страховка уже с дедактаблом 500. То есть, получается, я мог подать страховку, заплатить 500, они бы мне все это отремонтировали, поставили бы новое крыло, покраску, там, все дела. Но опять получился бы геморрой. Мне бы опять вся эта хрень попала в хистори, и мне бы пришлось, блин, потом фиг его знает, 3 года платить более высокий тариф за страховку. И в итоге, получается, они бы все равно с меня просто эти все деньги обратно высосали. То есть, получается, эта страховка, считай, что у тебя ее нету. Ты сам все равно за все эти ремонты в итоге и платишь. Потому что за 5 лет сколько я за страховку выплатил? Да хренища, несколько тысяч, уже можно было бы машину новую купить. Ну, не новую, но бэушную, но офигенную машину можно было за эти деньги купить. И получается как? Что я решил в страховку не подавать и ездить просто с этой вмятиной. Потому что она ни на что не влияет, она там чуть-чуть помялась, там никаких повреждений, фара не повреждена, там внутренняя это... крыло так чуть-чуть повредилось, там пару заклепок отлетело, и я решил это вообще не ремонтировать, то есть так и ездить, пока мне эта машина уже не надоест, и я ее не продам. Вот, потому что, к примеру, я ее покупал, пробег был 18 тысяч, я вам рассказывал, а сейчас почти 50. Ну и доеду я до 100 тысяч, потом буду ее продавать, ее цена уже будет копейки, и как бы есть там царапины на крыле или нет, они сильно уже на стоимость машины не повлияют. Это когда вы машину почти новую продаете, там, конечно, да, вы починили эти царапины, больше шансов, что ее за хорошую цену продадите. И то, это не гарантия. Вот. А для бэушной, как бы, эти царапины, если человек покупает со 100 тысяч, ему уже по барабану, там, царапана она или нет. И невыгодно просто вкладывать вот эти деньги в ремонт, потому что крыло, я посмотрел, крыло на эту машину, на всякие цивики, аккорды, на распространенные марки, модели, у которых у всех людей, на них китайцы уже наштамповали крыльев, ты можешь сразу на eBay крыло, по-моему, даже покрашенное уже в брендовые цвета в их, ну, то есть у производителя в каждом году идет несколько цветов, и они, по-моему, даже есть варианты, где ты можешь уже покрашенное купить, вот, то есть чтобы лучше продавалось, они их уже красят, и оно там стоит что-то там $100-200 это крыло.
А на мою машину нету нифига. Эта машина редкая, на ней мало ездят, китайцы не видят смысла эти крылья штамповать. И получается, я могу купить только оригинальное крыло. А оригинальное крыло новое на нее стоит 900 с чем-то долларов. Вот и подумай, нахрена нам мне надо купить за 900 долларов крыло, потом покрасить ее не так просто, как там с баллончика надул, потому что здесь трикот, то есть трехслойная краска, наносится белая, потом наносится перламутр, потому что этот цвет называется премиальный жемчуг, то есть премиум white pearl, премиальный белый жемчуг. И получается, наносится белая краска специального оттенка, потом наносится этот белый жемчужная краска перламутровая, и потом сверху наносится только уже прозрачная краска. Вот это все обойдется пипец сколько, по 2000 вся эта хрень с работой. То есть купить крыло, купить краску, найти кого-то, кто это все поменяет, покрасит, и плюс не факт, что еще не придется менять внутреннее крыло, потому что внутреннее крыло, оно тоже там чуть повредилось, я не знаю, насколько, так не видно, надо колесо снимать. Но оно не треснуло, но оно явно погнулось, и там вмятина в нем какая-то есть. Плюс там чуть-чуть бампер еще зацепило, тоже как бы подкрашиваешь, поклевать надо. В общем, вот такой весь геморрой. Я решил от этого всего отказаться, вот, и ничего не делал. И вот это я все, получается, 2 года уже ездил вот с этим мятым крылом, оно начало ржаветь. Короче, я сейчас просто... забыл дома обед, я приехал сейчас дома, быстро пообедаю и потом вам дорасскажу, потому что долгое видео. Блин, ну вы охренели что ли? У них красный свет горит, они едут. Надо, короче, было в него въезжать, и пусть страховка мне потом его в новую машину покупает, потому что он как-то нарушает. Я могу GoPro просто перевернуть, все будет видно на камере, что он на красный проехал, вот, и уже проблем со страховкой как бы не будет. В общем, вот такие дела. Сейчас быстро пообедаю, потом расскажу вам остальную историю.